Привет всем, нахожусь сейчас в Железном порту, Украина, Херсонская область. И сегодня хочу показать вам пляж. Хочу замерить размеры пляжа, поэтому мне нужно будет сегодня протопать довольно большое расстояние. Ну, посмотрим. Интересно самому посмотреть расстояние пляжа всего прибрежной линии. Сейчас раннее утро, 6:30. Ну как раннее утро, не самое раннее утро, но вот такая погода, практически штиль. Люди пользуются тем, что вода прозрачная, нет мути. Я направляюсь в левую сторону от железного порта самого. И потом пойду в правую сторону и посмотрим, сколько километров будет береговая линия пляжа. Вот так выглядит. Люди спортом занимаются, кто-то купаться собирается, кто-то креветок ловит. Рано, поэтому не так много людей. Ну, всякие кафе. Все для питания сделано. Да, кому интересно, вот общественные туалеты. 5 гривен стоит вход в туалет. Одноразовое использование. Даже душ есть, кстати. Вот так выглядит. Уже здесь самый конец почти пляжа. Видите, кто рано встает, тот получает особенный кайф. Мало народу, удобно. Можно в любом месте загорать, купаться. Солнце уже встало. Вон парни убирают пляж, я смотрю. Не знаю, по всей территории или нет, но уборка идет. Это хорошо. Нашел такую территорию пляжа, здесь граблями все выгребли. Здесь такой участок пляжа, вообще все травой заросло. Вот это муть, вот это вот со дна. Вообще нельзя купаться, не убрано. Посмотрим еще чуть дальше. Здесь опять начинается пляж, как видите. Нам надо найти место, где уже никто не купается. Здесь вот видите, палатки поставлены, на машинах ночуют. В общем, уже дикий пляж начинается. Так что даже не знаю, где сказать, что край пляжа. Я вижу до конца горизонта, все время идет пляж. Я не знаю, стоит ли до туда войти. Ну, пройдем еще немножко и будем начинать замерять в обратную сторону расстояние. Вот здесь уже почти закончились дома. Там были люди, которые дикарями отдыхают. Вот. Здесь какой-то забор, я даже не знаю, для чего он здесь. И вот еще чуть-чуть осталось, и дальше, я не знаю, наверное, уже не будет смысла идти. Будем оттуда начинать мерить расстояние. Ну вот, я думаю, что здесь можно сказать, что пляж заканчивается, потому что дальше какие-то заборы начинаются, и не видно будок спасателей. Последняя будка спасателей от этого места была, наверное, там ее еле-еле видно, где-то метров 500 отсюда или 600. Я буду считать, что это край пляжа уже. Здесь вода стала мутной. Вначале там очень хорошая, везде прозрачная вода была. А здесь почему-то она мутная. Не знаю, связано ли это с тем, что здесь такая труба выходит. Ну, будем считать, что это край пляжа официального. И сейчас я запущу приложение и начну считать расстояние до того края пляжа. Я почти уже подхожу к краю пляжа, к самому краю. Хочу показать вам, видите, строительство здесь велось, не достроили что-то. Здесь вот строят новый объект базы отдыха. Скорее всего, на те базы отдыха денег не хватило. Видно, что заброшено многое. Ну, вот здесь уже палаточный городок, с машинами люди приезжают. И с этой стороны такой пляж полудикий уже. Видите, трава растет всякая, кусты какие-то непонятные. Сейчас дойдем до самого края. И интересно узнать результат. Какой же длины пляж. Здесь на машинах даже заезжаю, дорога сделана.
бананы накачивают. Такие велосипеды приваренные. Вот здесь еще чуть-чуть пройти. Там какие-то еще базы отдыха есть. Уже почти что пустырь. Ну, дойдем до самого конца, где я посчитаю, что уже конец пляжа наступил. Здесь тренажерный зал даже есть, смотрите. Все станки. Ну, это, наверное, за плату, я не знаю, вряд ли за бесплатно можно тут что-то заниматься. Так, все, что нужно для тренировки, в принципе, там, я смотрю, есть. Так, сейчас иду, уже у меня почти конец моего пути. Смотрю, что впереди какие-то таблички стоят, и увидел большую надпись «Заповедник». Так что дойду до этой таблички. Там уже туда дальше люди не идут. Я вижу даже мужик с фотоаппаратом вроде с каким-то там что-то фотографирует. Буду идти обратно, уже посмотрим сейчас реальную дистанцию. Сколько, какая длина пляжа в Железном порту. Вот так вот здесь. Смотрите, уже очень много прошел я. Я не знаю, сколько получится. Сейчас мы увидим результат. Вот видите, самый конец пляжа. Дальше уже загорать и купаться нельзя, заповедник. Посмотрим табличку эту. Колючая проволока здесь даже. Смотрим, там охрана, наверное. Вот заповедник. Ну что, результат 5 километров, 130 метров. Ну, туда-сюда, скажем, 5 километров дистанция пляжа, расстояние пляжа. Прошел я почти за час, да, за час времени, шел не спеша. И на этом я закончу это видео. Эксперимент удался, я смог сделать это. Вы узнали реальное расстояние, реальную длину пляжа Железного порта. Довольно большое расстояние, я считаю, пляж растянутый. На этом все, спасибо всем за просмотр, до следующего видео уже, все, пока.